Сынуль. Алло, пап, ты когда будешь? Я мчу к вам. Еще я тебе подарок купил. Слона. У слонов огромное сердце. Очень скоро у тебя будет новое, самое крутое сердце. Люблю тебя. Я нашел деньги. Что? Ты где их взял? Тебя сейчас это волнует? Добрый день, Антон Александрович. Я деньги нашел, так что вы можете начинать операцию. Я рад, но у меня выходной. Ваши коллеги вызывали, они не могут найти вашего директора Игоря Петровича. Откуда я знаю, где он? Слушай меня внимательно. Потом скажешь, где дело Петровича. На что ты намекаешь-то? Я бы на твоем месте поступил так же. Скажи, откуда у тебя деньги и машина? Настя, я же тебе сказал. Лешенька, сынок, врача! Еще одного такого сбоя он не выдержит. Вот деньги. Но они должны быть у нас. Я их везу, вам! Я прошу вас, я умоляю вас, начинайте операцию. Обещаю отвести от тебя все подозрения. Что ты несешь вообще? Я тебя из-под земли достану. Я за жизнь своего сына борюсь. Малышка, успокойся. Они ничего не найдут.